Всем привет! Сегодня свой влог начинаю очень поздно. Вот, уже у нас 12 часов. Полину я давным-давно уже забрала. Вот, сейчас беру, короче, свой велосипед и еду работать. Взяла также еще свой этот тканевый мешок. Вот, и заеду еще параллельно за продуктами. Когда буду ехать назад, я тут буду возле дома, поэтому все, полчасика поработаю, может даже меньше. И приеду домой. Сегодня по поведению Полины ничего такого особенного плохого не говорили, но, конечно, она себя ведет вообще просто жесть. Фигово слушается и т.д. и т.п. Не знаю, сказали, может быть, еще за какую-нибудь ближайшую неделю привыкнет, но это ад, если честно, потому что я только и выслушиваю, что она там творит. Короче, кошмар. Бедные учителя. Все, я уже собрана. Осталось только вынести мусор и закрыть вот квартиру. И можно со спокойной душой ехать домой. Вот, сейчас хочу заехать в магазин. И приеду уже, покажу вам свои покупки. Все, сделала покупочки, я уже во дворе. Идем, короче, смотреть, что я там купила. Вот, и хочу сейчас еще что-нибудь приготовить, покушать. Что, ты ее гулять выпускала? Не знаю. А что ты купила? Ничего. Тебе ничего. Йогурт. Смотри, купила тебе йогурт. Йогурт. Йогурт, йогурт. Наконец-таки привезли вот этот вот йогурт. Он вкусный, очень мне нравится. Взяла себе и Денису. Ну, а этот Полине, она постоянно вот его ест. 700 грамм, там 800 почти даже, сардельки с сыром. Картошка. Будешь картошку? Угу. Еще одна картошка. То, что ты просила. Мороженое. Дай мне деньги. Я купила за эти деньги тебе... вкусняшку. И вот. Мам, да, мороженое. Как я просила, мамба и мороженое. Так, мамба и мороженое. Это она деньги давала на это все. Ну вот. И 4 пакетика кофе. Вот в итоге, что у нас по чеку получается. 16,53 я за все отдала. Вот в итоге каждые 2 часа я их вот так вот подсаживаю. И слежу. Иначе просто начинают вот кусать их, щипать. И сидеть надо так полчаса над ними. Иначе маманя сразу их берет и скубет. Поэтому это кошмар. Я уходила, подсадила немножко, их там чуть-чуть буквально покормили. И вот пришла, и продолжение следует. Боже, крикливый какой, с ума сойти. Ночью, слава богу, не надо их вставать кормить. Ма, смотри, он упал. Он не упал, он уже умеет выходить из гнезда. Я сейчас перемыла полностью всю посуду. И сейчас хочу пожарить картошку. Не знаю, зигзаг вот этот еще не брала. Вот, соорудила тут кастрюльку свою, в которой жарила вчера эти палочки куриные. Вот, и сейчас хочу все это дело пожарить. И, кстати, если вам интересно, что это такое, это вот со сковородки, короче, жир мне прилетел. Маслом брызнула, и уже не знаю, сколько дней вот это вот. Короче, 4-й день, по-моему, или 5-й сегодня, потому что все остальные дни, получается, все 3 дня предыдущие, вот эта вот штука сочилась просто. Ну, короче, как обычный ожог. Короче, ну, блин, кто молодец? Я молодец. Я что-то жарила, я даже не помню, в итоге брызнула себе на лицо. Вот так. Весело. Я думала, придет брат подстричься, в итоге так и не пришел, поэтому не знаю. Потом позвоню, узнаю, придет, не придет, без понятия. Вот, короче, жарим картошку, уже скоро должен прийти Денис, Полина пошла на улицу играть, а я лежала в телефоне, щелкала там все. Вот, мне завтра на работу нужно будет в район Советской, поэтому, не знаю, может быть, еще схожу куда-нибудь там по магазинам или так. Короче,
Не знаю, пока про завтрашний день надо дожить сегодняшний. Я себе, как фритюр, заделала старую нашу кастрюлю, такая уже прям, которую не жалко, короче. И сейчас немножко долью масло и буду жарить картошечку. В этот раз соус никакой не брала абсолютно, потому что, ну, не знаю, малой понравилось с майонезом. В итоге говорю, ну и ладно, тогда и я ничего не буду брать, не хочется. Вот, и Денис тоже ел с майонезом, поэтому сейчас нажарю. И потом еще пожарю для него. Вот, у нас еще один пакет есть. Оставила. И здесь еще куриных палочек осталось половина. И это все у нас мясо и прочее. Вот, там битком целый холодильник, чтобы захотел что-то положить, то... А Денис еще говорит, мороженое купи. Куда его? Наверное, одна даже не влезет, эта баночка. Вот, так что сказала, говорю, мороженое завтра, все. Родители картошку собираются копать, поэтому тут сидела по телефону, еще параллельно разговаривала. Организовывали, что и когда это наконец-таки свершится. Короче, наверное, через неделю, я так понимаю, поедем в деревню. Будем помогать копать картошку. Главное, чтобы у Дениса еще выходной был, потому что он мало того, что ходит на работу, так еще и на подработки. Поэтому тут еще и не угадать, что и когда. А им надо на выходные. И получается такая картина, что... На выходных у него самый рабочий день, самый разгар такой конкретный, а вот среди недели, ну, такое. И в итоге получается, что на выходных его просто физически не пускают. Он один там на работе, водитель погрузчика и директор. И получается, когда он на работе, то директора на месте нету. Ну, он решает свои дела. А когда он уже на выходном сидит 2 дня, то тогда уже директор за него работает. И в итоге получается, что... Неизвестно, как и что выкрутить. Вот, поэтому... Ну, вполне возможно, наверное, я просто с Полиной поеду. Ну, либо на следующие выходные придется ехать всем просто с Денисом вместе. Конечно, было бы лучше с Денисом, потому что он хотя бы помог бы это все потягать. Вот, хочу пойти еще сегодня волосы помыть. Вот, специально тянула. Хотела вообще днем, но думаю, нет, вечером... Я уже днем отработала, вечером я помою волосы, сделаю маски и прочее, поэтому думаю, ладно, за пару часов ничего со мной не сделается. Вот картошка такая. Обалдеть, мне нравится. Поэтому ща будем жарить и будем кушать. Тикток — это зло. Я вот засела и капец. Просто, наверное, минут 40 выпала из жизни. Сейчас собирала обед Денису и с Полиной пишем прописи. Нам учитель сказала дома тоже заниматься, поэтому занимаемся. Она целый лист такой тетрадки написала, там эти галочки, закорючки и прочее. Поэтому вот. Время с пользой проводим. На улице стало очень прям холодно. Наверное, пойдет дождь. Ну, конечно, сомневаюсь, но вполне возможно. Вот так вот. Завтра написали на 8:55 нам на уроки. И еще нужно не забыть параллельно на тетрадке 32 рубля сдать. Там все-таки решили на печатной основе они будут заниматься. Поэтому тетради цветные, красивые. И будем сдавать деньги. Вот. Вымыла уже и высушила волосы. Сделала маску, как хотела. Поэтому супер. Я довольна. Обычно нравится, знаете, когда 2-3 раза после покраски помоешь голову, и вот цвет совсем он другой. Он немножко вот вымывается и получше, потому что был вообще какой-то такой немножко темный. Но прикольно, потому что брови потемнее тоже сделаны. И в итоге, ну, нет вот этой вот разницы прям огромной. Ну, в цвете, что типа волосы светлые, брови черные, потому что если были светлые, то вообще капец. Мы уже покушали, сидим сейчас, смотрим телевизор. Вот, и на этом хочется свой влог уже закончить, поэтому всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.